Здравствуйте, друзья. Вот такая проблема возникла у Маши. Значит, есть такие туфли. Вот. И одна пряжечка с этой туфли потерялась. Вот. Ну и чтобы она как-то могла пойти в школу, я занялся сегодня вот этим таким рукоделием. Вот. Из старого Наташиного сапога. Ну, у меня есть привычка не выбрасывать какие-то иногда вещи, чтобы вдруг когда-то пригодятся. Вот. Ну, это наша российская действительность такая. И вот сегодня вот этот вот старый голяшка сапога пригодилась. Я изготовил вот такую вот пряжечку. Вот. Видите? Сначала сделал конус, потом вот здесь вот так вот сделал такую бахрому с помощью канцелярского ножа, потом сделал две прорези и продернул вот такой вот хлястичек. Вот. И у меня вот получилось примерно вот так. Вот. Сейчас я пришью, решил не клеить, потому что вот эти вот пряжки, которые она потеряла, одну пряжку, она была приклеена, естественно, отклеилась, и сейчас я хочу это все просто пришить нитками, ну, с помощью шила. В общем, конечную работу вы сейчас увидите через несколько минут. Вот я эту хлястик, этот ремешочек убрал. Сделал 4 дырочки шилом и вот так, как пуговицу, пришиваю вот эту мою пряжечку, ну так ее назовем. Ну теперь продергиваем нашу вот эту пряжечку сюда, одной рукой неудобно. Ну вот так это выглядит. И то же самое проделываем со вторым туфлем. Вот теперь уже сидит это крепко, не оторвется. Вот поэтому вот так, друзья, как говорится, голь на выдумке хитра. Какое-то время, пока в Анапе теплая погода, Маша проходит еще в этих туфельках, а на более прохладную погоду мы и купили уже ботиночки. Ну, давайте еще сейчас посмотрим, как все-таки у нас в Анапе. Вчера было плюс 24, и сегодня, я думаю, тоже плюс 24, наверное, есть. Посмотрим. О, какая красота! Розы цветут. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите видео, как я чинил свои берцы. Вот здесь. Ну и другие видео тоже смотрите. Пока!